чем интересно? На данном стенде представлена продукция Activision, вызывные панели. Из новинок хотелось бы выделить AVP-505. Это четырехпроводные антивандальные панели. Значит, выполнены из ударопрочного пластика. Пластик не подвержен воздействию огня. В данных моделях используются различные видеомодули с разрешающей способностью от 330 до 450 ТВ-линий. Все панели имеют ИК-подсветку, дальность ИК-подсветки до 2,5 метров. Панели, несмотря на то, что они выполнены в пластиковом корпусе, тестировались на температурном режиме от минус 50 градусов. Кроме того, подвергались обработке жидким азотом. Значит, тестовые испытания показали великолепные качества этих панелей, после чего они были введены в эксплуатацию. Значит, представлен модельный цветовой ряд. От черной, коричневой до слоновой кости. Данные модели за счет того, что используется пластик, а не металл, как в предыдущих сериях, примерно на 25-30% дешевле для потребителя, чем такие же модели, аналогичные 305-е в металлическом корпусе.